друзья, Одесса, Таирова, 1 июня, четверг, первый день лета. То, что я вчера говорил, начали ремонтировать дорогу, порезали, не поставили ни одного знака, ни одного, ни ограждения, ни предупреждения. Вон уже влупились. Сейчас пойдем посмотрим поближе. Друзья, напоминаю, сегодня 1 июня 2017 года. А 27 мая я говорил, что здесь идет ремонт дороги. Все порезали, асфальт порезали, острые углы. Машины объезжают, а некоторые не успевают среагировать. Ни одного знака, ни одного заграждения, ни одного предупреждения. В итоге, то, что я и говорил. Ехал человек. На машине, никого не трогал. Ничего не нарушал. И тут на подарок нашего доблестного руководства города. Порезал колеса. Меняют, оформляют. Вот так вот. Ездить по нашим дорогам. Платить налоги. Платить налоги. Платить дорожный сбор в бензине. Четверть литра бензина — это дорожный сбор идет. Ну, вот так вот. Платите налоги, друзья. Все порезали, весь асфальт новый, который здесь был. Нахрена там? Не поставили ни одного знака. Еще что повезло, что мотоциклисты тут не очень сильно летают сегодня. А то бы уже отмазывали от столбов, к минимуму. Ну что, скоро без виз, идем в Европу. Бедные европейцы, которые сюда приедут и видят этот бардак. А там дальше пилят. Опять где-то через неделю будут заделать, как минимум. Да, вот так вот. На ровном месте. Вы по дороге не ходите, пожалуйста. Да, я понял, хорошо, спасибо. Вот две патрульки оформляют. Как видите. Веселуха. Ну да, машина не дешевая. Новый Audi, по-моему. Стоят, сколько туда один скат стоит. Один не продаю, не покупается. Скачет, скачет по вырезанному. Ралли сафари. Слалом. Объезжают ямы, вылетают на встречку. Беспредел, да? А чего вы им не подсказали этим вот? Это же ваши как бы тоже. Чтобы знаки поставили, как-то оградили все. Вы же полиция, это же дорожная безопасность дорожного движения. Ну, это же в первую очередь ваше. Ну где? Я не вижу вот ни одного знака. Вот да, возле каждой ямы должен быть знак. Смотрите, пройтись вот, где 25-й поворот, там есть знак. Ведутся ремонтные работы, ограничите скорости. И знак, когда так возле каждого должно работы быть, если мы идем в Европу, понимаете? Но я вам как бы советую. Ну, я не знаю, но... Да, я понял, я понял. Сейчас у нас человек, если заявите. Ну хорошо, все. Да, друзья. Скоро без виз. Европейцы все гости к нам. Наслаждайтесь. Вильный незалежный. Сейчас еще кто-то скажет, что я накаркал. Просто мозги надо включать иногда и соображалку. Почти 2 часа ночи. Ладно, пошел я домой. Заканчивать ролик. Всем пока. До новых встреч.
Ну вот, смотрим. 1 июня. Уже почти 4 часа утра. Мало того, что люди пострадали, пробили себе колеса, порезали. Так они уже часа 3 стоят. С полицаями протокол оформляют. Это сколько надо заполнять этой бумажки, чтобы отметить, что люди пробили колесо, порезали. По вине той же полиции и тех же дорожных служб. А им еще на работу вставать. А поспать-то надо, друзья. И копеечку в семью принести. Ну, до утра будет простоять сейчас мы. И с работы поедут на работу. Ну что, нормально, без виз рулит. Скоро сюда приедут немцы и охереют от наших европейских автобанов. Конец связи.